Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как делать браслет из паракорда двухцветный плетением змейка. Для этого нам понадобится вот такой вот трехметровый кусок паракорда, который состоит из двух соединенных полутораметровых кусков. Фастекс. Взяла тоже вот такой вот фастекс двухцветный в цвет паракорда. Измерительный прибор. У меня вот такой вот швейная, да, лента измерительная, сантиметр называется. Зажигалка, ножницы, ну и, собственно, все. Что мы делаем? Берем наш шнур. Вот где-то чуть-чуть ниже, на несколько сантиметров нашего плетения. Берем за шнур и делаем петельку. Эту петельку сверху вставляем в отверстие нашего фастекса. Вставляем. Можно себе немного помочь вот такими вот утконосами, либо зажимом. Вот так. Получаем петельку. И в нашу петельку пропускаем два шнура. И затягиваем. Затягиваем хорошо, крепенько, чтобы вот здесь фиксация была надежная. Место крепления должно быть где-то, ну, посередине плюс-минус, чтобы его не было видно. Дальше отсоединяем половинку фастекса. Меряем обхват нашего запястья, либо с помощью вот сантиметра. Вот таким вот образом. Берем запястье, берем сантиметр. Меряем вот так и получаем 15 сантиметров. Вот у меня, да? Либо же можно обойтись без измерительного прибора и просто прикинуть вот самим нашим шнуром вот так вот обхват нашего запястья. Вот он. То есть вот такой длины должен быть наш браслет. Теперь мы берем нашу вторую половинку фастекса и продеваем в нее хвосты нашего будущего браслета. Опять же, сверху в дырочку и продели. И вытянули. Вот таким вот образом. Следим за тем, чтобы наши шнуры не перекручивались. Если вдруг они все-таки перекрутились, нужно их вот поставить на место, поменять местами, левый с правым. Такое бывает, но это абсолютно не страшно. Вот все. Опять обхват нашего запястья, да? Измеряем. Вот он. И сдвигаем сюда половинку фастекса. То есть вот такой длины у нас будет браслет. И приступаем непосредственно к плетению. Направляющие. Правая нить. Левая нить. Что мы делаем? Правую нить сверху, между направляющими, вытянули. Левая у нас синяя, правая у нас желтая. Правую, опять же, между направляющими. Вытянули. Затянули. Снова правую, через верх и в направляющую. Между направляющими. То есть мы как бы оплетаем каждую нашу нить. Вот эту и вот эту. Теперь только что мы плели желтый, теперь плетем синий. Опять же, сверху, между направляющими, вытянули, подтянули. И снова сверху, между направляющими, вытянули. Подтянули все плетение наверх, вот таким вот образом. Вот здесь паракорд не порвется, можно не волноваться. Снова желтый. Сверху между направляющими
вытянули, подтянули наши нити и снова сверху между направляющими вытянули. То есть таким образом, чередуя наши две нити, мы добиваемся вот такой двухцветности нашей змейки. Периодически плетение можно вот подтягивать наверх, то есть я берусь за фастекс, тяну на себя, а здесь просто придерживаю плетение, чтобы оно никуда не ушло. Только что мы плели желтым, настал черед синего. Сверху и подтянули. И возвращаем его обратно направо, через верх, между направляющими. Подтянули, чтобы все было ровненько. Подтянули наверх. Теперь следующий желтый сверху, между направляющими. Вытянули и вернули обратно. И вернули обратно и подтянули. Синий между направляющими, вытянули, подтянули, вернули обратно. И немножечко, придерживая вот браслет таким образом, да, немножко сверху, немножко снизу, вот мы подтягиваем наши петельки. Тут в чем фишка? В том, чтобы равномерно затягивать наши вот эти узлы. Вот узел номер раз, узел номер два, да, желтым мы затянули, и синим. Точно так же, с таким же ровно усилием, раз и два. Браслет может, вот видите, немножечко перекручиваться, но это не страшно. Вообще совсем не страшно, мы его потом выровняем. Итак, вот мы делаем последний наш узел. Как видите, осталось паракорда еще достаточно много, но мы брали с запасом. В принципе, можно вот немножечко браслет наш сдвинуть, все плетение наверх, и сделать еще петельку. Желтым, так сказать, завершить. Последний узел мы делаем. И сейчас я расскажу, как закончить этот браслет.
Как видите, оба шнура у нас вышли с тыльной стороны браслета. Вот они, да? Вот лицевая сторона, вот тыльная. И что мы делаем? Нам просто их нужно сплавить между собой. Мы берем ножнички и, оставляя вот здесь приблизительно 7 миллиметров каждого шнура, можно оставить даже сантиметр, мы вот так вот его просто-напросто обрезаем. Вот наши хвосты остались. Они нам не нужны. Мы берем зажигалку и очень осторожно, потому что, во-первых, это зажигалка, и нужно с ней быть осторожными. А во-вторых, расплавленный паракорд очень и очень горячий. И вот так мы расплавляем немножко паракорда и вплавляем его в плетение каким-то металлическим предметом, достаточно большим. У меня вот такой, но можно, в принципе, делать это и ножничками. Вот, как видите, паракорд расплавился. Я по-прежнему его не трогаю, потому что он все еще горячий. И вот эти блямбы предохраняют наш браслет от расплетания. Вот он уже немножечко подостыл. Вот так браслет выглядит в застегнутом состоянии. Сейчас покажу, как он выглядит на руке. И вот так вот он смотрится на запястье. Достаточно симпатично, тем более фастек в цвет. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!